Вас вітає служба інформації телерадо компанії «Гомель». У студії працює Маргарита Котова. Глядіть у гэтым выпуску. Пытанні і адказы. Старшыня облвыканкама Геннадзь Салавей сустрэўся са студэнтамі і супрацоўнікамі ГДУ імя Францыска Скарыны. Лавілі, лавілі і злавілі. Сёння ў Гомелі прайшоў фестываль па зімовай рыбнай лоўлі. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Старшыня облвыканкама сустрэўся са студэнтамі і супрацоўнікамі Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Францыска Скарыны. Па словах Геннадзя Салаўя, такія сустрэчы дапамагаюць падтрымліваць прамую сувязь паміж органамі ўлады і насельніцтвам. Аб чым ішла размова, ведаюць нашы корэспандэнты. Ва ўніверсітэт Геннадзь Салавей прыязджае за паўгадзіны да пачатку сустрэчы. Гэты час адведзены для азнаямлення з некалькімі выставамі. Выкананыя ў старажытным стылі драўляныя абразы можна назваць культурнай і гістарычнай спадчынай. Гэта сапраўды ўнікальныя работы, якія дазваляюць больш глыбока асэнсаваць наша мінулае. Размова аб гісторыі культуры працягваецца падчас прэзентацыі факультэта ўніверсітэта. Падчас агляду макета Гомеля 12-га стагоддзя старшыня аблвыканкама кажа аб уладкаванні стаянкі першабытнага чалавека ў Калінкавіцкім районе и планах по реконструкции сядибы у вёсцы Хальш на Веткаўшыне. Хоть свой уклад студенты, выпускники и супрацовники университета могут унести не только у захаванне минулого. Подчас сустрэчы Геннадзь Салавей огучвае информацию об ситуации в регионе. Основные темы – развитие IT-технологий, притягнение инвестиций, у тым ліку для открытия вытворчасця у районах, стварение магчымасцяў для реализации идей у технопарках. И еще одно питание, актуальное для всех без выключения – меры, что принимаются на Гомельщине по борьбе с коронавирусом. Когда мы сейчас касаемся ковида, видим болезнь для нас очень, можно сказать, она изучена не в полном объеме, но имеет большие непредсказуемые последствия. Поэтому наша задача на сегодняшний день и слушаться врачей и помогать. Что мы сделаем со своей стороны в госполку. В этом году мы уже тоже заложили в системе здравоохранения дополнительные сигналы. Конечно, придется дополнительно, мы не знаем, какая будет третья волна. Вторая для нас была очень серьезная. Геннадзь Салавей заклікае прысутных задаваць пытанні на любыя тэмы. Абмяркоўваюцца перспектывы развіцця ў рэгіёне спартыўнай базы, будаўніцтва сучаснай школы і новага корпуса бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі ў Гомелі, рэканструкцыя мемарыяла «Партызанская крынічка», забеспячэнне жыллём маладых спецыялістаў. Урэшце пацікавіцца ў губернатара планамі атрымліваецца не кожны дзень. Пасішчае ў прошлым году Нараўлянскі раён, мы з прэзідэнтам паказывалі, і вы мусіце помніце, строительство жилья на селе и акцентируем внимание. Наша беда, наш чудом заключается. Мы сегодня все стягиваем большие города. Мы забываем про население, которое сегодня живет в поселках, деревнях, в городках. Даже сегодня городки уже остаются как-то ущемлены. Сустрэча старшыні аблвыканкама са студэнтамі і супрацоўнікамі Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Францыска Скарыны працягваецца амаль паўтары гадзіны. Пасля яе завяршэння прысутныя кажуць, што пачулі шмат цікавага. Такія размовы сапраўды дазваляюць падтрымліваць прамую сувязь паміж органамі ўлады і людзьмі. Мне понравилась встреча с губернатором. Мне кажется, он достаточно точно ответил на все интересующиеся вопросы и был расположен к беседе. Я соглашусь, что любая проблема, озвученная на таком уровне, она быстрее воплощается в жизнь, и нужно поднимать такие проблемы, и они будут быстрее воплощаться, быстрее решаться. Олег Сенцюров, Миколай Скинтиян, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Галоўная задача эканамічнага суда – вырашэнне спрэчак, якія ўзнікаюць паміж суб'ектамі гаспадарання падчас рэалізацыі пагадненняў. У апошні час у зоне яго ўвагі апынуўся беларускі металургічны завод. БМЗ адносіцца да буйнейшых прадпрыемстваў Беларусі. Разам з тым, у апошні час ён сутыкнуўся з пэўнымі фінансавымі праблемамі, выкліканымі падзеннем дзелавой актыўнасці на сусветным рынку металапрадукцыі. Такая сітуацыя аказала негатыўны ўплыў на працэс разлікаў з партнёрамі за пастаўлены металічны лом. Як вынік, у суд звярнулася некалькі прадпрыемстваў, у першую чаргу расійскіх. Эканамічны суд Гомельскай вобласці прызнаў факт наяўнасці даўгоў, але палічыў мэтазгодным прадаставіць БМЗ адтэрміноўку плацяжоў. Згодна з гаспадарчым працэсуальным кодэксам Рэспублікі Беларусь, эканамічны суд мае такое права. Як сведчыць маніторынг сітуацыі на беларускім металургічным заводзе, прынятае рашэнне дазволіла не толькі пачаць разлікі з крэдыторамі, у адносінах да якіх выносіліся судовыя пастановы, але і аказала станоўчы ўплыў на фінансавую сітуацыю на прадпрыемстве. Принимая во внимание то, что у нас взыскивается задолженность в валюте, взыскана была, как я повторяю, неустойка в валюте.
Вот. Исходя из компетенции, которая предоставлена суду, мы в совокупности, оценив все обстоятельства, удовлетворили заявление БМЗ. Все отсрочки, которые предоставлялись, они все БМЗ выполняются. БМЗ выплачивает все суммы, ну, сразу все выплатить не можем. Не представить отсрочку было бы, наверное, усугубить, просто надо было бы положение БМЗ. Блокировка какой-то деятельности предприятия, наверное, бы она не создала лучших условий для взыскателя в том плане, что он бы быстрее свой долг не получил. К тому же предприятие, повторяю, оно у нас государственное, большое предприятие, и оно не уклоняется от уплаты долгов. Оно просто оказалось в сложном финансовом положении. Ну, вот по итогам 2020 года оно уже улучшило финансовое положение, отчетность у него улучшилась, уже появилась прибыль, и это очень уже хорошо. Открытие новых родовищей – это нарушение объемов сдобыши нафты. Напередодні своего 55-летия объединение «Беларусьнафта» запросило журналистов у пресс-тур по самых актуальных для предприятия пляцовках региона. Об инновационных технологиях и новых родовищах – репортаж Марины Северьяновой. Едем у Речицкий район. На этой территории бурение свідровин отбывается кустовым методом. Что это значит? Выбирается пляцовка, на которой распрацовывается одразу несколько свідровин. Цікаво, что такие вид бурения в Беларуси распрацовался только в 2014-м, когда была набытая специальная установка. Она находится у нас на рельсовых путях и позволяет после бурения первой скважины перемещаться по рельсам на расстояние до 27 метров. Для бурения следующей скважины без разбора. То есть мы экономим время на подготовительно-заключительной работы, на монтажно-демонтажной работы. И если цикл разбора и сбора данной буровой установки составляет до 2 месяцев, то цикл перемещения скважины всего лишь 3 дня. То есть мы не теряем эти 2 месяца. Сберегается не только час. Экономия и на коммуникациях, на проведении линии электропередач. Например, на самом великом кусте на монтажно-демонтажных работах отрималось сэкономить 14 месяцев. У грошовом увеличении это 7 миллионов рублей. На этой пляцовце будут бурить 4 свідровины. Первую начали распрацовывать 2 тижні тому. А наибуйнейший куст складывается с 14. Например, газу, что добывается за 24 годины, хопить для обеспечения 2000 семей, которые живут у шматповерховках. Такие установки есть не только на Речицком, але и на Карташовском нафтовом родовище. Отправляемся у Светлогорский район на свідровину Мармовицкой площади. Тут на пляцовце разместился целый комплекс. Парк техники налишивая около 20 одинок. Журналистам демонструют инновационные технологии по сдобыче нафты. Одна из них – Plug and Perf. Специалисты кажут, что часы так званой легкой нафты минули. В основном засталась тяжкодоступная. Как до ее добраться и потребны такие методики. Для сдобыче нафты геологи робят шматстадыйный гидроразрыв пласта. Эта технология отличается от всех остальных тем, что мы увеличиваем масштаб охвата продуктивной части и закачиваем туда значительные объемы пропанта, жидкости разрыва, и тем самым получаем высокие дебиты по нефти. В 2020 году по данной новой технологии Plug and Perf уже реализовано 8 объектов. Мы затронули как классические коллектора, так и активы трудноизвлекаемых запасов. У планах закупка новой техники и реагентов, как по технологии Plug and Perf отримать як мага больше тяжкодоступной нафты. Инновационная методика позволяет экономить час и гроши. Цикл освоения свідровины отбывается нашмат худшее, чем традиционными способами. До 2025 года «Беларусьнафта» с технологией Plug and Perf планует выйти на замежный рынок сервисных послуг. Наступная кропка пресс-тура – Хойницкий район. Все лето тут открыли новое родовище. На глубине 4200 метров отриманный приток нафты дебитом 20 тонн за сутки. Это легкая нафта доброй якости. Дальше летось в Беларуси сдобыли на 20 тысяч тонн нафты больше, чем в 2019-м. С уликом нового родовища все лето плановая сдобыча больше перевысить 1 700 000 тонн. У зоне особливого геологичного интересу паўднёвая зона Припятского прагину. У Лельшицким районе, например, до обурения первых пошуковых свідровин планируют приступить в 2023 году. В дальнейшем стратегия на нас – это переход на южную структурную зону Припятского прогиба. Это такие населенные пункты, как Лельчицы, Ельск, Наровля.
В этой местности мы планируем на правом берегу реки Припяти выполнить 5500 километров квадратных сейсмических работ, которые в перспективе, мы надеемся, принесут нам хорошую положительную динамику в приросте запасов и, самое главное, позволят нам стабилизировать и нарастить добычу нефти Республики Беларусь. Марина Северьянова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» з Рэчыцкага, Светлогорскага і Хойніцкага районаў. Сустрэчы гомельскіх дэлегатаў 6-га ўсебеларускага народнага сходу з жыхарамі працягваюцца. Рэктар Гомельскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта Ігар Стома наведаў лядовы палац, дзе пагутарыў з калектывам установы, а таксама з прадстаўнікамі хакейнага клуба «Гомель». Работнікі спорту і аховы здароўя павінны супрацоўнічаць, каб папулярызаваць здаровы лад жыцця на ўсіх узроўнях, асабліва сярод дзяцей і моладзі. Такі тэзіс агучыў дэлегат падчас сустрэчы. Акрамя спорту перспектыў Гомельшчыны Ігар Стома абмеркаваў іншыя надзённыя пытанні. Гэта каранавірус, аб якім заўсёды трэба памятаць, нягледзячы на спад захворвання ў рэгіёне, а таксама вакцынацыю. Саюз спартсменаў і медыкаў в области, па словах рэктара ГДМУ, неабходнасць у сённяшніх умовах. Я думаю, что разговор сегодня у нас продуктивен, и вот эта сцепка, о которой мы говорим, спортсмены, работники физического воспитания и спорта и медицинские работники, она будет и дальше эффективно работать на благо Республики Беларусь. Лавілі, лавілі і злавілі. Сёння ў Гомелі прайшоў абласны фестываль па зімовай рыбнай лоўлі. Разам з яго ўдзельнікамі на лёд выйшлі і нашы карэспандэнты. Фестываль па зімовай рыбнай лоўлі на Гомельшчыне праводзіцца штогод, але пры адной абавязковай умове – наяўнасці лёду на вадаёмах. У мінулым годзе, напрыклад, за цёплай зімы яго прыйшлося адмяніць, як і абласны чэмпіянат. Сёлета атрымалася рэалізаваць усе планы. Дарэчы, адрозненні гэтых спаборніцтваў у тым, што прыняць удзел у фестывалі можа кожны жадаючы. Абмежаванняў няшмат, але яны існуюць. Лавіць можна не кожную рыбу і ў абмежаванай заканадаўствам колькасці. У рыбалоўных угоддзях, у общем, Гомельскай вобласці продолжает действует запрет на добычу сома. До конца марта он установлен. И с 1 марта по 15 апреля устанавливается запрет на лов щуки. Правила рыболовства у нас для проведения соревнований тоже не регламентируют. Общая норма 5 килограмм действует как для при любительском рыболовстве, так и на спортивном. У этом году для проведения фестиваля выбрали водоем, який гомельчане называют протокой Волотова. По словам удельников, умовы вельми комфортные. И воды по снегам нема, и толщиня леду безпечная для зимовой рыбалки. Правда, кажуть, сегодня рыба берется дренно. И аж с первых хвилин стало зразумело. Дозволенные законом 5 килограммов на урать тех, кто зловит. Хоть с другого боку не все пришли выключно за призом переможцы. На льоде находятся несколько семей с детьми, которые отрымливают задовольнение от самого процесса ловли. Мне нравится ходить на рыбалку. Ну, с папой мы всегда ходим. На соревнования я уже 7-й раз хожу. И на фестивале. Вот все получалось не вылавливать, это где-то 8 рыб. Это очень завораживает, когда ты видишь, что у тебя получается, когда там одну рыбку словил. Это такое, у тебя гордость какая-то просыпается. Ну, хоть это и мелочь, но это никогда не надоедает. Непосредственно на рыбалку на фестивале отводится 3 годины. Потом подведение выников и узнагороживание пераможцев. Правда, для организаторов мероприемства, областной структуры Белорусского товариства поляуничих и рыболовов, головные зусим не лишбовые показчики. Фестиваль – это, перш за все, пропаганда здорового ладу життя и выхование бережливых относин до природы. В первую очередь мы позиционируем, конечно, активный образ жизни. Значит, очень отрадно, что в этих мероприятиях принимают юные наши участники, юные рыболовые охотники. Мы эту работу позиционируем и в средних учебных заведениях. Вместе с тем я хочу сказать, вот те акции, которые мы проводим, «Чистый водоем», который будем проводить опять же в ближайшее время, показывают на более высокую сознательность наших граждан по поводу наведения порядка на прилегающих к водным водоемам территориям. Стараются не оставлять за собой мусор. И я хочу сказать, что это очень отрадно для нашей Республики Беларусь. Не зря ее называют Беларусь синеокая. Олег Сенцюров, Александр Лупиненко, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».
У Гомелі можна буде зробити прищепку від COVID-19 усім жадаючим. На інтернет-сайті Центральної городської поліклініки є посилка об коронавірусній інфекції. У цьому розділі указані номери телефонів усіх медустанов, де можна записатися на прийом до врача і прищепитися вакцини з подорожника ВІ. Як тільки вакцина поступить, меркується, що це відбудеться у красовіку, з пацієнтом зв'яжуться і запросять на огляд. Любимая киноаматорами зала «Минион» открылась по новым адресу. Теперь она разместилась у центра Гомеля на другом поверсе кинотеатра имя Калинина. После невеликого перепынку зала снова открыла свои двери для гомельшан. Новое помешкание у два раза перевышает помер ранейшего. «Минион» отримал новый киноэкран на метр ширей старого. Зала забеспечена сучасной акустичной системой, а лишбовый проектор бельгийской фирмы размещен у аппаратной малой залы, дозволяя обслуговывать две кинозалы одночасово. Глядачов чекают 20 комфортабельных кресел, а так само полепшенная система конденсионования и вентиляции. «Минион» будет пропоновывать семейные и фестивальные фильмы, стушки документалистов и театральные проекты. Цены билетов варьируются от 4 до 6,5 рублей. Для групповых наведываний есть скидки. Так само предугледжена функция аренды залы для приватного прогляду. Плануется, что «Минион» станет местом проведения эдукационных и дискуссийных мероприятий. Мы получаем дополнительные возможности разнообразить наш репертуар. Больше такого, скажем, некоммерческого, наверное, или менее коммерческого, но от этого не менее интересного и высокохудожественного кино, мюзиклы, спектакли на экране, но при этом все в самом лучшем современном качестве, с применением цифрового кинооборудования и с возможностью, опять же, обратной какой-то связи. Поэтому мы очень будем рады, если у нас получится возобновить работу киноклуба, где мы, гомельчане, могут обсуждать какие-то фильмы. Таким чином кинотеатр имя Калинина подтвердил позиции ведущего объекта киносетки Гомельщины, ставши первым в области лишбовым трехзальником. Гомельчане стали переможцами міжрегіонального конкурсу мастацької творчості ім'я заслуженого мастака Росії Миколая Климова. Творча спаборниця у третій раз проводилася у Липецькій області. За пандемії наученці Гомельського коледжа мастацтва удільничали у спаборництві онлайн. З талановитою молоддю погуторила Ганна Корольчук. Я отдаю предпочтение носу всегда в изображении. Это видно на моих остальных картинах живописных. И это то, что в человеке всегда особенное, что можно утрировать и добиться максимальной узнаваемости. Будучая выпускница Гомельского мастацкого колледжа Юлия Ураблевская у своей творчести отдае перевагу портретам. И она завсёды старается про малюнок передать характер человека, его историю и житёвый опыт. Тому девчине особливо цікаво малявать людей сталого узросту, твар яких мае отбиток их звычок и эмоций. Зараз Юлия створает портрет румынского скульптора Константина Брынкуши. На конкурсе она проставила работы, на яких ее натхнили не меньше цікавые персоны. Один живописный портрет нашего постоянного натурщика, дедушки Николая. Колоритный персонаж с характером забавный, с особенными, симпатично деформированными возрастом чертами лица. А второй графический портрет, тоже портрет девушки, поэтессы. Работы гомельчанки заняли другое место в спаборництве у своей номинации, а ее однокурсница Анастасия Комарова стала переможцей третьего межрегионального конкурса имя заслуженного мастака России Миколая Климова у номинации «Тематичная картина». И она представила две работы, объединенные темой дитинства, «Сокретики» и «Не чувать побач». Их можно назвать автобиографичными, але измененными у адмысловым мастацким стиле, який Настя выпрацевала за 4 года в учебе у колледжа. Я чувствую себя еще такой очень маленькой, очень ищущей частичкой, поэтому сложно что-то говорить, чувствую себя очень маленьким человеком. Но я нашла более-менее темы, которые мне близки. Я нашла определенный такой легкий декоративный стиль, который, можно сказать, что мой стиль. Вот. В основном я люблю писать какие-то небольшие истории, небольшие какие-то сюжетики, но, как говорится, через маленькое раскрывается большое, а через большое – маленькое. Не дивно, что обедве девчины – лауреатки премии по подтримке талановитой молоди. А кроме их, у конкурсе примали удел и другие наученцы колледжа, которые стали дипломантами. На угол конкурсная деятельность в установе лечится неотъемной часткой навучального процесса. Творчество всегда – это состязание. Состязание людей, которые пришли каких-то результатов достичь. То есть живопись, рисунок, композиция, проект
проекты – это те вещи, которые нельзя просто сделать, сдать в тетрадку, и чтобы никто это не видел, не слышал. Этим всегда хочется делиться. А делиться хочется, ну так, чтобы все это видели. Поэтому конкурсы – это очень важно. И начиная, ну, наверное, с курса второго у нас нет ребенка, который где-то бы не попробовал поучаствовать. Не у всех получается занять места сразу, но к третьему-четвертому курсу мы видим отличные результаты, есть чем гордиться. Зараз у Гомельским мастацким колледже навучается больше за 160 человек на трех отделениях – мастацтва, дизайн и декоративно-прикладная творчесть. Установе исполнилось 30 годов. Ганна Каральчук, Сергей Камков, телерадио, компания «Гомель». Гэта іншыя навіны, інфармацыю о праектах телерадокампаніі «Гомель» вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.